По статистике, самая частая причина обращения к детскому стоматологу – кариес. Однако его появление можно избежать, если делать всего 4 действия. Первое. Правильная и регулярная домашняя гигиена, ведь кариес начинается с налета, который оседает на зубах и остается без внимания во время чистки. Мы в Dental Fantasy обучаем маленьких пациентов и их родителей правильной домашней гигиене и контролируем навыки до их закрепления. Второе. Использование зубной пасты с фторидами – это лучшая профилактика кариеса. Фториды укрепляют эмаль, не позволяя микробам разрушать ее. Третье. Ограничение в рационе ребенка простых сахаров. О влиянии сахара уже сказано не один раз. Четвертое. Герметизация фиссур. Герметик не позволяет скапливаться частичкам пищи в рельефе зуба. Защищает эмаль и предотвращает риск развития кариеса. И самое важное – регулярные осмотры в Dental Fantasy.